5 декабря 2014 года в нашем учебном заведении пройдут выборы председателя студенческого совета. Я официально призываю всех участвовать в этом мероприятии и отдать свои голоса за самых достойных кандидатов. Хотелось бы сказать, что в прошлом году наш студенческий совет под руководством Никиты Бородина работал очень плодотворно. Очень много мероприятий прошло по инициативе этой группы. Очень много вопросов поставлено передо мной, как директором. Вот. Я думаю, что жизнь в техникуме за этот год стала намного активнее, веселее, продуктивнее. Вот. Думаю, что в дальнейшем у нас такая инициатива сохранится. Ну и хотелось бы, чтобы действительно вы выбрали самого достойного кандидата на эту должность. Мои коллеги, для меня большая честь быть председателем студсовета. Спасибо вам за оказанное доверие. За прошлый год было сделано немало. Мы сталкивались с трудностями и преодолевали их вместе, становясь сильнее. Оставшись председателем студсовета, я гарантирую сделать студенческую жизнь ярче, интереснее и запоминающейся. Техникум станет для нас вторым домом, и только от нас будет зависеть, каким он будет. Приходите 5 декабря 2014 года на выборы и проголосуйте правильно. Не словами, а делами. Всем привет, я Владимир Комаров, председатель городского студенческого совета. 5 декабря в Высокогорском многопрофильном техникуме пройдет выборы председателя студенческого совета. Я призываю вас всех студентов проголосовать именно за Никиту Бородина. Почему? Вы хотите, чтобы ваша жизнь была, студенческая именно жизнь была разнообразной? Да, да. Вы хотите, чтобы как-то разнообразить свою вообще жизнь и все такое? Да, вы хотите, и я это знаю. Я вас призываю за него проголосовать, потому что Никита достойный кандидат в выборы председателя. Никита Бородин – частый гость в редакции газеты «Тагирский рабочий». Это творческий, целеустремленный, инициативный человек. Мы неоднократно писали о Никите в газете. По его инициативе в техникуме проходят поэтические вечера, фестиваль молодежного творчества. Я считаю, что Никита достоин того, чтобы стать председателем студенческого совета. Голосуйте за Никиту Бородина и читайте газету «Тагирский рабочий». Уважаемые коллеги, соратники по профсоюзу, учащиеся Высокогорского многопрофильного техникума, у вас предстоят выборы председателя студенческого совета. Я поддерживаю кандидатуру Никиты Бородина на эту должность. Человек инициативный, ищущий, зарекомендовал себя как председатель ученического правкома. Высокогорский многопрофильный техникум в нашей иерархии профсоюзной добивается постоянно каждый год классных мест. Я думаю, Никита Бородин – достойная кандидатура. Никита Бородин – студент нашего техникума. Внутренне собран, организован, целеустремлен. Знает, что ему нужно в жизни. Может найти общий язык с любым студентом нашего техникума. На мой взгляд, это самые необходимые лидерские качества, которые нужны будущему нашему председателю совета студенческого совета. Уважаемые студенты, 5 декабря будут проходить выборы председателя студенческого совета. Я прошу вас поддержать кандидатуру Бородина Никиты, так как этот студент очень ответственный, добросовестный, очень внимательный, старается очень много сделать интересных мероприятий для вас. И, пожалуйста, поддержите его кандидатуру на выбор. Уважаемые студенты Высокогорского многопрофильного техникума, 5 декабря 2014 года в вашем учебном заведении состоятся выборы председателя студенческого совета. Я призываю вас проголосовать за Бородина Никиту, человека идейного, интересного, творческого, активного и инициативного.
Я думаю, что он достоин быть председателем вашего студенческого совета. Здравствуйте, меня зовут Евгений Ломакин, я руководитель КВН в Нижнем Тагиле. И меня ежедневно окружают очень несерьезные, смешные люди. Поэтому голосуйте за серьезного, ответственного человека. Голосуйте за Никиту Бородина. Я руководитель молодой гвардии «Заячьего рога» и призываю вас сегодня сделать правильный выбор. Голосуйте за Бородина Никиту, за целеустремленного, активного молодого человека. Голосуйте за Бородина Никиту, он самый ответственный, коммуникабельный молодой человек. Я знаю Никиту Бородина очень давно. Мы с ним участвовали в прошлом году на предвыборной кампании. Этот гад меня победил. Голосуй за Бородина. Всем привет, я Коля Райан. Спешу вам сообщить, что 5 декабря пройдут выборы председателя в студсовет. Ну, там будут несколько всяких там кандидатов, но голосовать нужно только за одного. Никита Бородин, запомните это имя, запишите и вообще всем рассказывайте, чтобы они вам потом, если что, напомнили, за кого голосовать надо. Это самый лучший ученик в этом техникуме, вообще самый лучший парень, успешный, перспективный. Он сделает много для техникума, ну, в отличие от остальных кандидатов. Так что, еще раз, Никита Бородин. Галочку там рядышком поставите с этим именем. И в урну, да? В урну бюллетень. Все. За других не голосуем, и будет вам счастье. Голосуйте за Никиту Бородина. Вы сделаете правильный выбор. Голосуйте за Никиту Бородина. Ребят, голосуйте за Никиту Бородина, ведь он у нас незаменимый председатель студенческого совета. Всем привет! Меня зовут Ксюша, я студентка 3-го курса юридического факультета МГУ. И я хочу призвать вас проголосовать на выборах в студсовет за Никиту Бородина. Никиту я знаю уже несколько лет, мы вместе болеем за наш любимый футбольный клуб. Никита очень ответственный, инициативный человек, он всегда выполняет свои обещания, он умеет не только слушать, но и слышать людей. Он очень коммуникабельный, он умеет находить компромиссы и нести ответственность за свои решения. А это такие качества, которые в первую очередь нужны настоящему лидеру. И если вы не хотите скучать, хотите провести ближайший год весело, с различными мероприятиями, то Никита ваш кандидат. Голосуйте за Никиту. И будет вам счастье.